Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня коллекционер, я думаю, им воронок, как всегда, где будем пи-пи-пи делать. Гильдия свирепые хомячки, второе, третье место, битва гильдия таркофортовки, дайте заявочки, вступайте, беседа в WhatsApp, номер на экране, все вопросы там, 18+, вот так вот. Такс. Осень 228. Вот такой вот у нас коллекционер. Ну, в принципе, такой неплохой. Можно достать восьмую эмблемку. Собрать восьмой пакт. Ну, 20 осколков на лазуле. Это, конечно, печально. Все, могли бы и больше сделать, хотя бы 50. Так. Траты у нас сегодня тоже нет. Что очень печально. Аккаунт у нас, ну, где-то без донат, по сути. Поехали посмотрим, что у нас по героям. Кого ему не хватает. Много, по идее. Так, капитан Рогатка, Бугиман, Арктик, Асура, Ронин, Рибит, Ледяха. Ну, я думаю, тут будет по-любому нам выпадет сейчас имба. Сейчас посмотрим на это все. Ну что, поехали. 8228. Не, давайте еще алтарь глянем. Чего-нибудь тут на бездонате прокачано. Так, а мы без топчик. Рейер топчик, стрелок. Хорош, хорош. Очень даже ничего, я вам скажу. Да, немножко ремок не хватает, конечно, пятых. Но вполне жить можно, я считаю, так. Так, окей, поехали. 450 и сразу 150. Так вот, просто пару кликов, блядь. Пару кликов и уже есть, ребятушки. Уже у нас есть. Я аж проснулся прям. Недостающий герой. Огонь просто. Это просто огонь. Асурик, ну чё, поздравляю тебя. А мы поехали дальше. Триант, я такой думаю, блин, сейчас трифит упадет. Думаю, нифига себе. Еще кто-то так ролит с админ-панелькой, как я. Так, рыцарь, ну такое себе. Фрея, нифига себе. Да, вот это да, ребят. Вот ради такого надо трешивать. Так, ну Фрея у него есть. Чё нам смотреть на нее даже. Но поздравляю, опять же, повторочка, новый герой для прокачки. Так, князь тыква, сноу. Давай уже. Просто тупо морозится. Посмотрите на это. Ну посмотрите, это просто. Друид два раза подряд падает. Они что там сговорились, что ли? Ну посмотрите на это. Вот интересно, снова опять, что за дичь творится, где имба герои все, ладно, поехали, ну в принципе Асурика можно отнести к имба героям, потому что он своеобразный, тоже интересный герой, но есть герои, конечно же, в разы круче, та же самая Махатма там, но все зависит от того, какая будет сборка, какая будет прокачка, кто будет, ну, то есть нюансов очень много всяких разных. Но. Так. Давай. Так. Что, поехали дальше. 450 нам ничего не дает. Так, смерть ниндзя. Ну, вот скажите, что. No comments, ребят. Вторая Фрея упала. Это читерство называется. Блин, а там есть аккаунты, которым Фреи нужны. Это просто трэш. Мы сейчас сюда повыбиваем все Афины, и походу нам там уже ничего не упадет. Рандомчик, давай уже, что это такое? Командора есть! Огонь, ребята. Командора, это то, что нам надо. Ну чё, Ванёк, поздравляю.
Поздравляю, поздравляю. Счастья, радости желаю. Так, Асурик есть. Командора 2 есть. Заклинательница. Ну, тут еще надо выбивать и выбивать. Так, идем заниматься обычным для нас делом. Фармить рейд. Блин, ну обалденный, обалденный роллинг. Я вам скажу, две фраи это недостающие. Это нечто. Так, окей, поехали дальше. Бум, 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 давай. Вы знаете, когда ему что-то говоришь, давай, 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 нифига он не дает. Просто тупо какую-то дичь. Еще один Асура, ну, в принципе, нормально. Пусть будет экономия какашек, никому не помешала, даже я иногда экономлю. Вот так вот. Интересно, интересно. Интересно, сколько мы там слизней собрали. Это, думаю, будет интересно всем сейчас посмотреть, потому что это интересно. Так, собрать плантвориора только нет. 11-15. Геть, мы даже не соберем 2, чтобы он добил. Ни одного собрали. Два. Еще одна командора, блин. Ну, что я могу сказать? Поздравляю. Два героя по две повторки и недостающие. Ну, это достойно. Это достойно. А, так, смотрим. Ну, 13-15, я уже заранее говорил. А, когда там не хватает пару, то есть там какие-то нюансы туда. Если так, то нет. Так, хорошо. Меня аж прям вырубает после этого роллинга на старой анимашке. Смотрим, чем там у нас какое добро родилось. Интересно, интересно. Так. Там у нас были заплюшки, коробки. Коллекционер героев. Ну, масса. Фу-фу-фу-фу. Поехали, попробуем что-то вытащить. Это оно. Так, смертушка, отлично. Сетик я пока оставлю, у него места нет, к сожалению. Тут пооткрывать ништяки. Какие ништяки? Фиг его знает. Так, хорошо. Командора, поехали. Блин, две фреи, две командоры, два асуры. Это просто эпически. Х2, короче, у нас получился роллинг. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали посмотрим на их талантики. Что там интересное есть? Мордора первый. Так, вот это пятый. Надо ее где-то сместить подальше. Такс. У меня был Сурик. В общем, ребят, вот так вот. Я уже залипаю даже, но роллинг получился действительно обалденный. Поэтому у кого есть лишние самики, пишите, ставьте лайки, делайте репостики, опять пишите, ставьте лайки, делайте репостики. Все, что мог, сделал, там слизни не забрали, потому что правило одно для всех теперь. Глаза уже вылазят, но я еще доролю пару аккаунтов, думаю, там буду более живчик, сейчас пойду
умоюсь и буду дальше ролить. Все, пишите комменты, всем удачи, всем пока.